Эй! Эй! Входите, дорогуша, успокойте свою душу. Ты, должно быть, большой плохой человек, мне говорил дедушка. Знаете, он говорит о вас, когда приходит, а также о других, которые вас ждут. Теперь все мы давно мертвы, но вы, мне бы не хотелось оказаться на вашем месте. Мне сказали прийти сюда. Вы их слышите? Они зовут тебя, парень. Наверное, хотят сделать тебе плохо, а? Ты кое-что сделал для старой тетушки Пулет, может она тебе... Не шевелись, болван! Thank you.